Миксе, мои дорогие, сегодня я наконец-то начала консервировать помидоры. Вот, просто в чистой банке уложила один укроп, доверху наполнила помидорами. Вот, первый раз залью кипятком. Заливать буду всего два раза. Что хотел сказать, самое главное, когда банки заливаешь, это делать это постепенно. То есть четверть банки залил сюда, потом сюда, потом наполовину сюда, потом сюда долила, по плечики и сюда по плечики. И до конца потом, чтобы баночки наши не лопнули. Сейчас подождем, пока следующий чайник закипит. И уже буду ложить приправы, а потом заливать. Вот еще пару баночек сделала двухлитровых. И перец добавила болгарский. На первый раз сейчас залила. Первый кипяток слила, добавила черный перец горошком, душистый перец горошком. Очень люблю душистый перец, гвоздику 3 штуки. И я делала всегда с порошком горчицы, и мне подписчики наши любимые посоветовали с семенем горчицы сделать, что будет еще вкуснее. Вот. Попробуем в этот раз. Когда заливаешь, в конце надо вот так вот покатать. Он как красиво выглядит. Горчичка. Здорово. Система не бегает.